Я приветствую тебя, мой друг. Ты находишься на канале «Походы и рыбалка». Приятного просмотра. Вот это он долбанул, а? Вот это да. О, какой красавец. О, конечно, приятно было тащить. Всем привет, друзья! Снова я на рыбалке. Время 4 утра. Я нахожусь на реке Тура, на Чечевите. Как и в прошлый раз, приехал порыбачить на подлещика. По времени у меня всего пару часов. Одного подлещика я уже поймал. Ну, посмотрим, как пойдет дальше рыбалочка. Так что не переключайтесь, будет интересно. Так, давайте я вам покажу. Я пришел, закинул. Первый улов уже есть. Ладно, не будем мучить. Пускай пока в воде побудет. Буквально вот пришел, даже не кормил. Закинул. Буквально ну, 2-3 минуты. Первая поклевка. Первый подлещик. Что может не радовать. Времени у меня буквально пару часов. Как показывает практика, с последнего раза и с предыдущих годов, сколько я вот сюда ездил, здесь буквально пару часов идет активный клев подлещика. И потом уже как обрубают, и там уже на вечерний. У нас два дня к ряду шли дожди, так что с незначительным трудом проехал, но все-таки мне удалось. Я доехал до этого места. Так что будем пробовать. По, ребятушки, поклевонько. Пока ходил до машины за вторым спиннингом, хочу поставить второй, попробовать фидер. Уже все привязал, все что надо. Возвращаюсь, а тут что-то вроде бы как долбануло как следует. Ну, пока тишина. Ладно, подождем. Посмотрим. Что-то он вроде как ткнет, и тишина. Что-то непонятно. А в любом случае сейчас перезакину. Посмотрим заодно. Катушку, ребята, как можете видеть, я смазал. А, ну понятно. Понятно, в чем проблема. Это был ёрш. Это был ёрш. Ладно, сейчас перезабрасываю. Вот я уже приготовил второй фидер. Сейчас закидываю оба. Еще поклевка. Пока ставил второй, червя насаживал. Смотрю, долбануло. Не знаю, успел подсечь, не успел. Только увидел поклевку, подскочил. Кое-как снял, блин, того ерша. Они заглатывают по самой, блин. Не, рано, рано дернул. Наконец-то мне удалось поставить два фидера. Один получается с поплавком, второй без. Так как у меня один всего поплавок. С поплавком как-то получше оно. Видно поклевки. Даже незначительные. Надо будет второй приобрести. Так хотя бы на запас, но на всякий случай. То буквально вот отвернешься, пока вот настраивал второй фидер, на этот клюет. Вот это он долбанул, а! Вот это поклевка, ребята. А посмотрим, кто там сидит. Кто-то, походу, есть.
Тихо. Вот это да, ребята! Вот это подлещик! Вот это да! Минут, наверное, 20 сидел. Тишина была. Аж, блин, руки трясутся. Вот это монстряга, а! Вы посмотрите. Вот это монстр. Вот это да. О, какой красавец. Ладно, мучить не будем. Ложим в садок. Убираем в садок. Здоровый черт. Здоровый. Вот это да. Вот это он бахнул просто как с пулемета. Тишина, тишина. Я думал, он спиннинг унесет. Прошло, ребята, 3 часа, время 6:30, как я и говорил, что около 6 часов клевать перестает. Ну так, поклевки вот остаются, там раз в 30 минут и то ткнет раз и тишина. В общем, буду собираться. Фидера стоят, молчат. Так, единовременно поклевка и тишина. Давайте я вам покажу сегодняшний улов. Вот, как и в прошлый раз, 2 подлещика, один такой вообще добрый сегодня попался, второй чуть поменьше, сюда немножко здесь грязно, давайте его достанем, я вам покажу. Вот это лось, смотрите. Ну вот, с ладонь первый подлещик, ну вот второй, вот он красавец. Но такого, конечно, приятно было тащить. Вот он. Вот такой вот на сегодня улов, в принципе, тоже неплохо. Один подлещик с ладошку чуть больше. Второй с ладошки 1,5, почти с 2 ладошки, не знаю сколько, я не мерил. Вот, ну все, ребята, я буду заканчивать, смысла уже тут нет сидеть высиживать, уже не клюет, буду отправляться домой. Вам спасибо, что досмотрели до конца. Ну все, ребята, всем пока.